И расскажи, знаешь ли ты, сколько этносов проживает в Крыму? К сожалению, я не владею точной информацией, но я уверена, что наш гость сейчас нам расскажет не только... Я предлагаю к нему присоединиться. Сколько? Да. А сегодня в студии у нас в гостях Юрий Константинович Гемпель, председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по межнациональным отношениям. Я думаю, что он знает абсолютно все и в очередной раз докажет, что наш девиз «Процветание в единстве» — это не просто слова, а, собственно говоря, в прямом смысле слова, указание к жизни полуострова. Я тоже так уверена. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Как началось ваше утро нового дня? Как всегда, утро у нас самое хорошее в Крыму и, безусловно, самое приветливое. И хочу сказать, что утро начинается всегда с работы. Это прекрасно. А подскажите, Юрий Константинович, сколько народов проживает на территории Крымского полуострова? Ну, вы знаете, вот Республика Крым – это самая многонациональная территория Российской Федерации. 175 национальностей проживает у нас в Крыму. И я вам хочу сказать, что это наше достояние, и мы этим гордимся, потому что такое многообразие национальных культур – это, конечно же, богатство Российской Федерации и достояние республики. Ну, вот, казалось бы, действительно богатство и культурологическое, и этническое, но как найти мир между всеми этими и согласие? Ну, вот, знаете, на территории Республики Крым не было ни одного конфликта на межнациональной почве. И я считаю, что это достижение народа, крымского народа. И, конечно же, это, в общем-то, результат работы общественных объединений, лидеров общественных объединений. Это результат работы депутатского корпуса Республики Крым. Поэтому это наша гордость, это наше достояние. И на сегодняшний день... Я уверен в том, что вот законодательная база Российской Федерации, законодательная база Республики Крым предусматривает реализацию всех законных прав и интересов всех национальных групп у нас в республике. Ну и в целом, конечно, в Российской Федерации. Скажите, а вот все-таки какие-то есть проекты, которые, ну, скажем, реализуются в этом направлении? Какие-то интересные, быть может? Вы знаете, после возвращения Крыма в состав Российской Федерации буквально сразу же глава республики Сергей Владимирович Аксенов подписал распоряжение о создании Дома дружбы народов. Это государственное бюджетное учреждение. И я вам хочу сказать, вот будучи в составе Украины, мы много лет добивались, чтобы такое учреждение было создано, которое могло бы в полной мере оказывать содействие в реализации своих проектов национальным культурным объединением. В 2014 году такое распоряжение было подписано, Дом дружбы создан. А где он располагается? Он расскажите. Находится у нас в городе Симферополе по улице Пушкина, 20. Угу. Сегодня Дом дружбы народов имеет квалифицированные кадры в области культуры, национальных взаимоотношений. И мало того, в бюджете республики предусматриваются средства, которые Дом дружбы народов реализует для того, чтобы национально-культурные объединения могли проводить свои национально-культурные мероприятия, культурологические мероприятия, конференции, съезды и многое-многое другое. Сегодня я считаю, что это центр национальной культуры, и сегодня этот центр тот, который занимается воспитанием детей и молодежи в национальном, патриотическом духе. Это учреждение очень важное для нас, для крымчан. Ну и потом, не могу сегодня не отметить и указ президента Российской Федерации о реабилитации депортированных народов. Опять же, ну, возвращаясь к Украине, не могу не вернуться к Украине. Более 20 лет национальные объединения армян, болгар, греков, крымских татар, немцев добивались от правительства Украины принятия указа о реабилитации этих народов. К сожалению, все это было тщетно, и вот только после возвращения Крыма в состав России буквально сразу был подписан указ президента о реабилитации этих народов. Мало того, это не пустой указ. После выхода указа была принята федеральная целевая программа, направленная на решение реабилитационных вопросов этих народов. Она предусматривает более 10 миллиардов рублей. И я вам хочу сказать, что сегодня эта программа реализовывается. Строятся сегодня жилые дома, многоквартирные, дороги, водопроводы, газопроводы,
культурологические центры. Объем работы действительно очень большой, но вот эта программа, я считаю, что она должна до 2025 года закрыть те вопросы, которые сегодня не решены были в течение более 20 лет в Украине. Действительно. Скажите, а вот какие мероприятия можно посетить вот в Доме дружбы народов? Какие народы, собственно, там бывают? Ну, вы знаете, вот практически все национально-культурные автономии регионального уровня имеют партнерские отношения с Домом дружбы. Не просто это на словах, это подписанные договоры о партнерстве. И мероприятий проходит очень много. Порядка в прошлом году порядка 170 мероприятий культурологического характера провел Дом дружбы совместно с национально-культурными объединениями. Вы знаете, вот практически каждый день, буквально вот недавно проводили праздник Вардавар. Это армянский праздник в монастыре Сурбхач. Ну, примерно более 2000 человек было участников. Это достаточно масштабное массовое мероприятие. Мало того, в нем принимали участие не только представители армянской диаспоры, проживающие. Да, это были и немцы, и русские, и белорусы. То есть это сегодня, вот эти национальные праздники, они становятся праздниками всех крымчан. Ну, посмотрите, тот же праздник Хадерлес. Да, масштабный был. Какой масштабный праздник был, правда? Юрий Константинович, извините, перебью вас, потому что осталось, к сожалению, буквально полминутки. Я попрошу вас обратиться ко всем крымчанам с призывом к дружбе, любви и взаимопониманию. Дорогие крымчане, наш Крым – это жемчужина России. И, конечно же, в Крыму должно у нас быть мир, взаимопонимание и согласие. И крымчане сделали для этого все, и сегодня у нас действительно мир и действительно в единстве процветание. Крым сегодня развивается динамично не только в экономическом плане, но и в культурологическом и в межнациональном. И я желаю всем мира, согласия, добра на нашем полуострове. Большое вам спасибо. Да, мы благодарим за такие теплые слова и полезную информацию нашего гостя. И напоминаем вам, что сегодня в студии был Юрий Константинович Гемпель, председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по межнациональным отношениям. Но мы двигаемся дальше, потому что время не ждет. Чем сегодняшний день славен в ретроспективе? Какие уникальные события произошли много лет назад? Давайте узнаем из следующего сюжета.